Фриланд представляет. Фильм Лизы Мари Гамлин. Спортзал Дэнни. Давай же, плюнь в меня. Ты трусишка? Смотри, как испугался. Говорил же тебе, не носи ее в школе. Отдай ее. Ну так возьми. Отдай ее. Возьми. Отдай. Отдай мне. Отдай. В чем проблема-то? Отдай ее. Что здесь происходит? Он не отдает мою шапку. Что здесь происходит, говоришь? Альфред, к тебе посетитель. Привет. Поможешь мне кое в чем? Что? Вода. Можно мне подняться? Я не сделал ничего плохого. Беременная и счастливая.
Эй! Ты ведь испачкаешься, я знаю. Эй! Тебе должно быть повезло с ней. О чем ты? Ну подумай же. Да нет, не понимаю, а о чем? О том, как она привлекательна. Фокси. Привлекательно? Я Фокси. Да, привлекательно. Хочешь поразить меня? Да нет. Часто у вас блины бывают. Да иногда. Тогда я в следующий раз приду. Хорошо. Отпусти. Отпусти. Эй, Динкед. Эй, ну ты колючий. Сам ты колючий. Приезжай ко мне сегодня попозже, домой. Покажу тебе кое-что, хорошо? Вода? А что? Да увидишь там. Хорошо? Здравствуйте, а Бенни дома? Что? А Бенни дома? Здесь нет никакого Бенни. Нет, хорошо, извините. Эй, посмотри сюда. Эй! Чуси, ты правда твой? Не, моего брата. Ну, я увеличил мощность у него. Хорош, спасибо. А что значит увеличил мощность? Ну, знаешь, монтировал немного. Сделал еще получше. Хорошая работа. Спасибо. Взгляни. Похожи друг на друга. Ты и он? Yeah. Да. Может, только чуть-чуть? Чуть-чуть? Ну, давай. Хорошо, уже неплохо.
Знаешь, что раздражает в тебе? Что? Ты никогда не защищаешься. Почему? Поэтому я и нужен тебе. А если бы я хотел трахнуть твою мать? Да это твои проблемы. А что, если бы я хотел трахнуть тебя? А, точно. Я ведь и правду сделаю. Да хватит тебе. Я как долбанутый Ганди, понял? Что за Ганди? Только ты о нем и не знаешь. Вот уж то, что точно. Понял? Ты болен, ты знаешь это? По крайней мере, я уж не трус. Вот чёрт. Классная. Здоровская штучка. 100 каратов. Купил деньги. Что смотришь? Да ничего. Можно мне подняться? Конечно. Что случилось? Ничего, напряги дома. Посижу здесь, пока папа не заснул, хорошо? Тогда я вернусь домой. На. Черт. На что уставился? Ни на что. Тогда хватит об этом.
Чего это ты свой велосипед тут поставил? Привет, ты забыл, у меня свой олимпийка. Что за свой велосипед тут поставил? У меня же его олимпийка. Почему у него твоя олимпийка? Да понятия не имею. Я оставил ее в спортзале. Ты был у него дома? Да нет, конечно же нет. Где ты был вчера? Ну не с ним же, он же лузер. Кого это ты, черт побери, назвал лузером? Что за проблема у тебя? Успокойтесь. Ты самый большой трус на свете. Отпусти. Зачем ты сделал это? Потому что ты попросил. На что, черт возьми, уставились? Давай, отпустите! Сказал же, сними рюкзак! Вы все долбанутые идиоты! Ненавижу тебя! Если он утонет, прибью тебя. Да он не утонул. Ты же говорил, что умеет Да? Эй, а как тебя зовут по-настоящему? Рейда. Я думал, что Бенни.